Росія перетворила Крим на військову базу. Із кораблів, які стоять поблизу півострова, ракети летять по мирних українських містах. Морги Криму завалені трупами окупантів, а місцеве населення втягують у війну проти материкової України. Детальніше про ситуацію в Криму поговоримо із лідером кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим. Пане Джемілєв, дякую вам дуже, що долучилися до ефіру. Скажіть, будь ласка, як взагалі кримчани реагують на те, що їх затягують у війну із материковою Україною? Можливо, вам відомі факти відмови від служби серед кримців, саботажу, дезертирства? Ну, по-перше, в Криму такий же воєнний психоз, як и по всей России, но, видимо, с некоторыми особенностями. Но вот вчера только сообщили мне, что всем учреждениям, предприятиям, школам, директорам школ дали указание, чтобы они регулярно писали посты в своих фейсбуках в поддержку Путина, в поддержку так называемой спецоперации. И за выполнением плана, конечно, очень пристально следит ФСБ. Второе, что касается военнослужащих, есть информация о том, что поступают трупы солдат, которых мобилизовали из Крыма, но о том, что вот о потерях солдат, они дают уменьшенные такие цифры с очень такой прагматичной целью. Оказывается, там на каждого солдата выделяются определенные средства и довольствия. А если человека нет, то это довольствие и средства оседает в карманах командования. Поэтому цифры значительно уменьшены. Кроме того, ну, по школам обязательные линейки есть же в неделю один раз, где хором дети должны петь гимн России. Сообщают также о том, что в Крым поступает очень много автомобилей с украинскими номерами на продажу. И, кроме того, возле рынков, как правило, грузовики с продажей товаров. Холодильники, бывшие в употреблении, холодильники, телефоны, айфоны, телевизоры. Люди покупают с удовольствием, потому что цены бросовые, очень заниженные. Что касается воды, там хотя и говорили, что вода теперь поступает в Северокрымский канал. Во-первых, там надо долго еще восстанавливать этот канал. Поэтому ни капли воды пока из Северокрымского канала не поступает. Но в Крыму было много осадков, сейчас питьевой воды, во всяком случае, достаточно. Но в северной части, где орошение все было за счет Северо-Крымского канала, его по-прежнему нет. Артезианские колодцы строго запрещено рыть, там большие штрафы. Правда, можно получить специальное разрешение у ФСБ, но это стоит очень дорого. Кроме такой официальной платы, еще надо платить большие деньги в порядке взятки сотрудников ФСБ. Третье. Сообщают, что следственные изоляторы там освободили, этапировали многих заключенных, и теперь их заполняют заключенными, арестованными из оккупированной территории Херсонской области, Мелитополя, свозят туда. Причем предупреждают всех блатных там, чтобы никаких контактов с ними не было, никого их к ним не допускают. Говорят, что там довольно большие пытки. Но подробностей нет, потому что очень хорошо там закрыто. За высказывание против войны там большие штрафы. Если это как минимум штраф, а так еще бывает больше. Еще что? Скажіть, а яке зараз становище кримських татар, яких тероризували усі роки окупації росіяни? А от зараз, коли почалася нова фаза війни, як в цьому плані? Чи продовжуються обшуки і тиск на кримських татар? Продолжается просто вхождение по домам активистов с предупреждениями о том, что какие будут кары, если они там что-то будут высказываться против этой спецоперации. А
Что касается призыва, то очень многие стараются какими-то путями улизнуть, спрятаться там, что-то такое. Но поскольку на материковую часть Украины выехать невозможно, они выезжают, если у них получается, через по мосту или так, в Российскую Федерацию, откуда, если у кого есть, выезжают за рубеж. Я там, например, встречал в Турции очень много людей, которые вот именно по этим соображениям выехали из Крыма. Скажите, а вот у нас есть батальон «Крым» добровольчий. Чи є якась програма або, можливо, заохочення для кримців, які не хочуть служити в російській армії, кримців саме з півострова, для того, щоб вони переходили до Збройних сил України, наприклад, у той же батальйон «Крим»? Ну, во-первых, попасть на материковую часть України никак невозможно, потому что границы закрыты. Ні з Росії, ні з території Криму вони сюди попасть не можуть. Єдине, можуть вони, якщо у них є загранпаспорта, виїхати за рубеж. А що стосується от здачі в плен тих, які вже мобілізовані, це, говорять, дуже трудно і опасно, тому що ззаді стоять ці вагнеровці і ці кадировці, які відстрілюють таких людей. Тому такої масової здачі в плен не очікується, але люди ухитряються там, скажімо, десь спрятатися. А потом, когда там все затихнет, как поднять руки и сдаться, или там бежать как-то. Вот только вот так вот. Дякую вам дуже. Я зрозуміла, тобто ситуація доволі складна. Виїхати з півострову – це дорого і не всім вдається, тож люди, на жаль, стають жертвами цієї розв'язаної Росією війни. Мустафа Джемілєв, лідер кримсько-татарського народу, був учасником нашого марафону, який продовжується.